Есть лишние скины? Хочешь выиграть реально крутые вещи? Заходи на ksgofast.ru, делай свои ставки и выигрывай реально крутые скины. ksgofast.ru. Проверь свою удачу. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кофе и Филиппин, и сегодня мы будем открывать новый шедл-кейс CSGO. Оу, yeah. Всем доброго, доброго негра. Ой, честно говоря, вот когда я вижу такую картину, когда у меня в инвентаре 15, ребят, новых кейсов, мне прям очень сильно хочется их открыть, и надеюсь реально, что нам выпадет сегодня что-нибудь прям такое, чтобы прям такое хорошенькое, вот что дорогое, такое красивенькое. В общем, не знаю, что нам сегодня выпадет. Максим, что скажете? Может быть, предугадаете? Выпадет, конечно же, нож, господа. Ой, ну, конечно же, нож, как иначе. Вот это мне нравится. Вот это оптимист, вот, ой, какой же Максим оптимист у нас. Ну ладно, ребят, начинаем открывать с первого, естественно, кейсика. И, ой, надеюсь, все. Просираем, ребята, очередной раз кучу денег, потому что 15 кейсов это... О, ну, ух ты, почти так... как рядом было. Какой же этот тонкий троллинг от Габена. Еще и тогда, что это вот на конце Фомаса вот так остановилось, то что типа не судьба, не судьба, ребят. Понимаешь, Макс, я в прошлый раз открывал 15 кейсов Сережи, и нам выпало 6 таких Фомасов за серию, это что такое? А это, видимо, мы продолжаем. Это продолжение, продолжение. Да, 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 ребят. Это вторая часть, господа, походу. Так, Макс, я предлагаю тебе выбрать ключик, и чтоб ты, как бы, может быть, тебе повезет. Самый нижний, самый правый. Вот это. Давай, вот это, да. Он самый неприметный, он никому не нужный, и последний кейс тоже, я думаю, лучше. Лучше последний кейс, думаешь, да? Ну давай. Да. Давай да, так, да. И вот так вот. И нажимаем на кнопку использовать ключ. Ребята, давай. Там что-то фиолетовое, слушай. Хорошо же, хорошо пролетает. Максим, МП7, Максим, МП7, да, я конечно, говорился, но уже хорошо, Алекс. Смотри, что тебе наванговал. Ну, это, конечно же, круче, чем синяя пушка, но стоит она... Не настолько хорошо, да, чтобы был нож. Да, ребята. Ладно, давай вот этот откроем. Он здесь как-то одинешенько такой, смотри, прям вот этот всех отбился. Кободны. Обренили его. Да. Так, погнали, ребята, просто вот. Ой, давай. Ну, пожалуйста, вот Габен, ну чувствуй, вот ну, серьезно. Да это зашкварный ключ был. Опять гребаный помаз. Мне кажется, у тебя это, не знаю, как будто к тебе вот они прям... Магнитится, ну, да. Да, магнетизм у тебя на ФАМАС идет. Блин, ребят, ну, блин, надо от этого магнита избавляться на самом деле. Последний ключ, последний кейс, последняя пушка. Ну, давай, так и сделаем. То есть последняя пушка, это вообще у нас ножик. Да. Погнали. Да, ребята, хочу нож. Хочу нож. Давайте, ребята. Скумбрия в итоге нам выпадает. Конечно же, это тоже не есть хорошо. Потому что скумбрия это говно. Не, скумбрия сама по себе рыба хорошая. Ну так-то да. Можно. Ну да. Но не этот дробовик. Но не в этом случае, ребята. В этом случае нам выпадает дробовик. Скумбрия. Блин, кейсов все-таки у нас еще много, поэтому давай. Давай вот где-нибудь вот тут в середине. Давай, знаешь, как Серега? Как Серега, мы недавно выбили пушку очень крутую, так вот делаем, использовать. Ясно. Просто ясно. Крутую пушку, говоришь, а, да? Ну крутую пушку. Мы выбили Сережи, но не сегодня. Сегодня нет. Третий. С конца, если считать ключ. Вот так. Давай. Вот. Да. Четвертый, если с конца считать кейс. Что-то вы какая-то странная у вас тактика, ну ладно, так. И открывай. Просто открывай. Просто открывай, хорошо. Просто открываем, ребята, просто смотрим. Сейчас все будет, подождите. Сейчас все будет и... Ясно, понятно. Олег, ну я старался. Да я знаю, Макс, что ты старался. Макс, я все знаю, что ты старался. Ну вот Габен не старается, Габену-то все равно. Ой, боже, ребята, что ж, ну вот я не знаю, вот стоит, ну ладно, погнали дальше, давай вот откроем такой вот и где-нибудь, вот такой вот. Давай, ну же, Габен, что-то фиолетовое пролетело. Опять это, пушечка, которая была в самом начале. И... Чего, третья подряд, подожди, третья подряд. Да. Надо пятерку, господа, выбить. Просто 5 выбиваем. Необъяснимо, но факт. Двойных берет, и мы просто вообще в большом, огромном плюсе. Просто необъяснимо, но факт. Но мы уже успели открыть 6, получается, кейсов. И, ребята, если вы не поставили еще лосик, то обязательно это сделайте. Потому что деньги очень большие тратятся на все эти кейсики. А это все делается только ради вас. И, да, 7 пушечек, точнее, уже. Каждый открыли. Божий день Олег просто не ест в школе, понимаете? Двери, чтобы открывать эти кейсы. Ну давай. Давай, ну же, давай. Давай. Ну, о, блин, ну ладно. Хотя бы не синяя. Ну, и, кстати... Да, чисто на контракт. Ну вот этот, да, на контрактик, но вот эта пушка, кстати, хорошая. Ну, красивая такая, красивая. А в комическом, ну,
Да, 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 да. Да, да. Типа комиксы какие-то вот. Подожди, я не выбирал давно уже тоже кейс. Ну давай, давай, давай. Мне, пожалуйста, пятый вот тот ключик. Так, пятый ключик, то есть так, вот этот. И вот там вот седьмой кейсик. А, седьмой, то есть самый последний. Да. Ну давай, давай, хорошо, Макс. Я ваш. Я в вас верю. И Special Delivery! Да, вот это уже получше будет, господа. Ну так-то да, так-то да. Это уже получше будет, чем вот это говнецо, которое она выпадала. Итак, открываем следующий кейс. Ребята, с каждой секунды у нас становится все меньше и меньше. И мы готовы открыть новый кейс. Понеслась, родная, просто понеслась. Ну, Габен, пожалуйста, Габен, давай. Ну хотя бы стой на пулемете, ну какого фига? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Олег. Осталось просто, у нас было 15 кейсов, 15, осталось 5. То есть мы открыли уже 2 третьих, ребята, всех наших кейсов, которые было сегодня, просто... Я не понимаю. Ну, вот почему, ну вот как, просто вот, вот никак, ну необъяснимо, но да. Факт. Не подвергаться никаким объяснениям, это какая-то странная логика Габена. Ты втираешь столько денег и ничего. Он тебе втирает дичь. И он реально тебе втирает дичь, ребята, какую-то... Это... Блин, ну ладно, погнали и... Понеслась, ребята. Все, давай, погнали. И... Ну хотя бы, ну куда ты опять зеленую свою марильку-то нам подкидываешь, а? Ну нужна она нам, а? Зеленая, да, Марина, зелень, Марина, да. Ты смотри, как идет. Два ФАМАСа, значит, 3 дуберетов, да, 2 вот эти из Скара, ну что это такое? 2 МП-7, надо еще вот такое, значит, пушку нам добыть, еще 2 скумбрии, 1 скумбрию. Ну давайте, давайте, так, Макс, я предлагаю вам выбрать сейчас кейсик. А, ну такие, давайте, 3 на 3. 3 на 3, значит, вот так у нас, да, 3 на 3, погнали! Просто понеслась, ребята, просто понеслась. Итак, ну давай, пожалуйста, ну давай, ну... Ой, как я говорил, слушай. Скумбрию мы выпиваем, господа, выпиваем. Осталось, ребята, добить нам, получается, сегодня еще вот такой вот пулемет, и тогда мы точно... Не фомасик, не фомасик. Не, фомасик, ну вот, 2 фомасика есть, чтобы, Мария. Как говорится, каждому уроду, ну это, ну, такой да. Же урод и был. Да, так... Давай в середине. Господи. Вот этот середина, вот как-то не знаю. Кажется, посередине что-то есть. Вот что-то есть, кажется. И там пулемет этот будет, смотри. Синева есть какая-нибудь. Ну кто ж ты какая-нибудь? Просто. Ну ладно, хотя бы статрек, слушай, хотя бы статрек, давай. После полевых испытаний, ну, около сутки, как мне кажется, будет стоить, ребята, но все равно это нифига не окупает наш сегодняшний целый контракт, этот, точнее, кейсы. 2-1, пожалуйста, мне. 2-1. Ну давай. Очко, чтобы прям очко выбил и все. 21. Погнали, погнали, погнали. Давай. О, красное пролетело! Ясно. Просто понятно, ребята. Для полного счастья нам осталось только выбить, получается, сегодня вот этот где пулемет, который мы выбивали, чтобы найти ему пару такую, чтобы он не был одинешенький, как бы в нашем инвентаре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Остается, ребята, просто последний кейс. Открывали, все начиналось с 15 и остался только один. Как вот. Так, о господи, да? Просто, как же просто время летит. Я даже не успеваю клянуться, что... Ой, ну что такое, не понимаю. В общем, ребята, надеюсь, вы уже успели поставить войсик, а мы открываем последний ключ. Клеч. Клей. Просто клей. Открываем последний клей, чтобы обнюхать... Красное в начале! Да какого ты гребаная зеленая Маринка? Там было красное в начале, ребята. Хорош, ну, Олег, все испортил, просто все испортил. Понятно, давай контракт все это засунем, чтобы избавиться от всего этого. Не нужно нам это все, ребята, не нужно. Вот год бы я оставил. Я, кстати, тут подумал, Олег, сколько стоит ключ, ой, ну кейс, ну кейс ключ. Да. Так, ключ или кейс? Ключ. 170. Все, господа, я просто, можете там, ну, через пару минут заходить уже на мой канал. И смотреть, как у меня там будет, потому что я не знаю, но я хочу попробовать. Так, давай вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Кладем все в контракте, складываем вот от скумбрии вот, в частности, нужно сразу от нее избавляться надо. Так, скумбрии, давай. Вообще, я не понимаю, зачем эту рыбу сюда добавили? Смысл от этого скина, ребят, вообще нет, согласитесь. Так, выпадает нам Галио. И интересно, хватает ли нам... Нет, 2 пушки, ребята, не хватило нам на еще один контрактик, но тогда на этом мы, пожалуй, остановимся и... уже тогда продолжим в следующей серии по Open Case. А на этом все. С вами был, как всегда, Кофе и Филиппин. Ребята, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наши каналы и также комментировать эти видео. А также вы можете предложить, может быть, какую-нибудь особенную тактику по открыванию этих кейсов. И мы обязательно прочитаем все ваши комментарии и посмотрим, и, может быть, применим эти тактики, то есть в следующих сериях. Ну, всем пока-пока. Adios, amigos.